поставили. У нас удивительная страна. У нас падает доллар, растет цена на бензин. У нас растет доллар, растет цена на бензин. Падает во всем мире нефть, у нас растет цена на бензин. И когда ты задаешь вопрос, а почему растет цена на бензин, отвечают, потому что дорогая доставка бензина. Я бы хотел, чтобы наконец-то у нас понимали, что ответственность политиков перед государством, перед обществом, заключается в том, чтобы создавать комфортные условия для проживания граждан. В случае, если государство не может создать такие условия, граждане имеют право разорвать паритетный договор подчинения власти. И нам грозит, я не шучу, я серьезно объясняю, просто примитивные вещи, которые мы, политики, понимаем. Большинство, я вижу, вот Юра понимает. Бесчестно разумеете, как. Так вот, надо понимать, господа, инстинкт саморазрушения, который в вас заложен, на сегодняшний день губителен и для государства. Либо вы поймете, что граждане в следующий раз выйдут не на Майдан, а на Калаивщину, либо же вы поймете, что надо создавать условия, в которых бы граждане не выживали, действительно, а жили. Кое-кому, наверное...